Мирнинское авиапредприятие завершило подготовку служб и спецтехники аэропорта к летней работе. Там провели техобслуживание и подготовили самоходные пассажирские трапы, а также спецтранспорт. Его используют при обслуживании воздушных судов. Подготовили и спецтехнику для содержания самого аэродрома. Летом там планируют отремонтировать сети энергоснабжения и светосигнальное оборудование. Кроме того, работы проведут на взлетно-посадочной полосе и местах стоянок воздушных судов. Руководство отметило, все это никак не скажется на работе самого порта. Самолеты будут принимать и отправлять без задержек. В период летнего расписания планируется обслужить более 200 тысяч пассажиров.